Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2. Так, ну что, я заработал себе совсем немножко денежек. И давай посмотрим, что я могу себе купить. Так, было бы прикольно взять вот эти вот ножи. Но мне не хватает тыщенки. Всего лишь тыщенки. Хорошо, давай глянем, что у нас. Могу взять себе вот такой доспех стражника. Давай возьмем, наверное, да? Возьмем доспехи, и у нас остается всего лишь 2600 монет. Это что? Ну, я могу шлем вот это, наверное, купить. Но, опять же, не хватает совсем чуть-чуть. Надо пойти и еще немножечко пофармить, судя по всему. Блин, ну тут, конечно, люто все. Ну что, давай пойдем с тобой вот на это вот выживание. Так, просто... А, постой, у тебя в арсенале есть экипировка и получше. Для уверенной победы тебе нужно выбрать самые прочные доспехи. Так в плане есть. У меня есть, но оно будет готовиться, извини меня, еще сколько там, 4,5 минуты. Нет уж, я попробую пофармить пока без всяких там доспехов. Тут тем более, ребят, ну просто на выживание. Можно сказать, ничего сложного, но и ничего легкого. Колбасят, как и прежде. Доспехи, броня, оружие, шлемы, все это учитывается. Так, и у нас первый ниндзя с саями. Сразу же отгребаю. Так, попробуем сейчас наказать. Но он легкий первый-то противник, это понятное дело. На тебе. Погнали. Отлично. Да ё-моё, ты своими сами достал уже. Фига, он мне перебил все. Так, упс, упс. Да я даже не успел ногой ударить, хотя хотел. Да чтоб тебя, а. Ну ты жучара еще тот. Смотри, сколько он у меня уже здоровья отнял. Офигеть. Это первый-то... Лопушок, ниндзя с саями. Ладно, раунд 2 с посохом. Попробуем его хотя бы наказать. Попробовали. Че они тут все так прыгают, как сайгаки, а? Ты мне объясни-ка вот это вот. Что вы такие шустрые, радостные и довольные? Я вот не понимаю вот этого. Что вам тут так все нравится? Так, что он там? Ну, подходи сюда, не хочешь? Тогда я тебя угощу своей вертушечкой. Так, ребят, второй оппонент повержен. Давай-ка переходим с тобой на раунд 3. Блин, тут с кастетами, чувак. Понял я тебя. А если так? Отлично, попался он, да, под мою вертушку. Радоваться пока рано, ребята, на самом-то деле. Оп, все, ушатали. Переходим на четвертый. Ой, нунчаки, я их терпеть не могу. Не в том, что дело, они мне не нравятся, ребят. Просто они очень какие-то мощные для меня. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, вырубили, перфект. Дайте тогда мне за этот перфект, пожалуйста, побольше здоровья, а? Пускай у меня будет фул. Блин, вот, кстати, рукопашник, я считаю, что самый опасный. Я имею в виду тот, кто без оружия. Не знаю почему, но вот статистика показывает моих боев, что он самый лютый. Да, конечно. Вау, началось. Отбивную из меня хочет сделать, да? Так ведь? Нет, парень, не в этот раз. Он немножко промахнулся, в плане того, что он собирался звездочку метнуть. А в этот момент я со своей вертушкой на него пошел. И ему не отменить, как говорится. Вот Сай, да. Сай тоже, ребята, одно из поганых таких. Блин! Ну хорош уже. Разошлась тут, я смотрю, не на шутку. Так, началось. Ну все, все, может, хватит уже. Так, погнали. Пока есть возможность, надо валить ее. Есть. Так, друзья мои, какой это у нас поединок-то был? Шестой, седьмой раунд, еще 3 раунда впереди. Оу, вот эти дубиночки тоже ненавижу. Стоим, блин, стоим. На. Попробуем. Пока неплохо. Главное не дать ему комбу делать, иначе будет финиш. Так, вот она комба, поехали. Тоже постоял в блоке, посмотри, бросок еще мне сделал, а? Ну чудо-юдо. Поехали, нормуль, с удара просто наколол его. Ну он паршивец еще тот был. Раунд 8. Блин, ненавижу эти кастеты, как их назвать. Ать, не успел, ребят, хотел наклониться. Да что-то не... Я офигею, блин.
Понятно, короче, да? Походу дела, доигрались мы тут с тобой. Отдубасили меня. Гад этот паршивый. Все время на нем почему-то встреваю. Постоянно. Так, сколько мне хотя бы денег дали? Ну, 2000. Это уже хорошо, потому что мы с тобой можем что сделать? Ну, прикупить. Прикупить что-то. Только что, шлем. Точно, шлем же мы. Твой заказ готов. Доспех стражника. Надеть, конечно же. Еще спрашивают меня, надеть тебе или нет. Надеть. И хотел я взять шлем. Вот этот вот. Ведь этот же хотел я взять, да? Улучшить. Блин, опять 3 минуты ждать. Почему так долго, а? Блин, вот эти вот ножи, конечно, 21 тысячу монет стоит. Да. Прикольно. Ну что, пока у нас там с тобой идет заточка, может быть, мы сделаем где-нибудь какой-нибудь поединочек. Сложно. О, нормально. На испытание мы с тобой можем пойти. В этом бою ты не можешь блокировать удары противника. Я всю жизнь об этом, блин, мечтал. Бархат. Чтобы не блокировать удары противника. Ладно, давай попробуем. Блин, мышка ты достала меня здесь уже. Волтузится. То есть, ты сам понимаешь, что нет смысла, ребята. Да епрсте. Ну хватит уже. На. Ага, ага, ага. А она-то все может? Она может блокировать, она может бросать свои сюрики. Давай, вставай. Ну. Конечно же. Фиг ли я без блока тут сделаю. Ну. Так, поехали, попробуем. Может быть, получится прижучить, нет? Не получится, ребят, не получится, по ходу дела, ничегошеньки у меня. Ну-ка. Это же надо прямо к ней выпрыгнуть. Блин, ну зачем ты вот эти вот удары делаешь? Они же нам не нужны здесь, ну давай. Да ёпарсете, чё, издеваешься, что ли, надо мной, а? Карга старая. Есть. Прижучил я ее. Ладно, ребята, бархат это 1-0 пока счет. Расслабляться, естественно, пока не стоит, потому что еще один поединочек у нас там. Неплохое начало. Совсем неплохо. Вот это зря было сделано. Вот зря сюрик ты начинаешь бросать. Вот здесь вот уже можно, ребят, естественно. Как только она перепрыгнула через себя, пожалуйста, ради бога, делай, что хочешь с ней. Пускай лучше она, как говорится, подходит к нам вплотную. И мы ее здесь будем жарить, чем она будет там вдалеке, извини меня, прохлаждаться. Нифиг, как говорится, на, лобешник, еще получи. Тот написал, фу, бросать сюрками. Ребята, вот далеко не фу, бросать сюрками. Ты еще попробуй победить этими сюрикенами противника. Так, ладно, ребята. Win you, мы получаем с тобой финансы. Все хорошо, все отлично. Блин, надо было рекламу посмотреть, чтобы немножечко увеличить свой коэффициент зарплаты. Сложно и сложно. Сложно и сложно. Ну что, давай, наверное, пойдем с тобой на сложное испытание, сбегаем. В этот бой можно вступить только с, блин, с оружием 11 уровня. Соответственно, я не смогу, да, пойти? 11 уровня, у нас что? Мечи. И дзяньгоу. Ну, дзяньгоу я могу только взять за гемы. Гемов у меня нет, соответственно, я в пролете. Так, можно зачаровать, да? Слушай, а почему, естественно, не зачаровать? Ну-ка, посмотрим. Ага, не хватает. У меня, как всегда, чего-то да не хватает. Сюрики. Простой рецепт. 13 тысяч стоит. Блин, ценники, конечно, тут, ну, просто сногсшибательные, друзья мои. Давай, наверное, зачаруем либо шлем, либо броню. Либо шлем, либо броню, либо нам с тобой копить до посинения, до следующего вида оружия. А следующий вид оружия, ты сам видел какое. Хорошо, я погнал. Погнал, ребята, еще разочек попробуем здесь в режиме... А, здесь не могу, тогда вот здесь на выживание. Нет, не выживание, в турнир пойдем с тобой.
Так, и у нас с вами разбойник с двумя палками, копалками. Ладно, попробуем сейчас его накумарить. Нам, как говорится, не впервой, но делать надо что-то. Надо как-то справляться. Блин, я терпеть не могу нунчаки, вот эти вот палки. Серьезно тебе говорю. Опа! Успел я его все-таки прижучить. Но противник сложный, сразу видно, ребят. Не все так легко и просто. Даже вижу, сколько у него отнимается ХП. Можно было бы, конечно, и побольше отнять. Оу! Нет, ребят, он что-то тут... Вот эти вот удары его противные, конечно. На! Сверху получил крисом. Так, поехали. Понял. Есть, пробили мы здесь его маленечко. Так, опа, он, вот как будто он знал, что я сейчас буду делать кувырок, да, и обязательно нужно подсечку сделать. Ну-ка. Давай, 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 Рэй, там немножко осталось ему. Не сфейлься только, пожалуйста, умоляю. Началось. Есть. Тут я его пробил чуть-чуть. Сейчас что-то будет. Он хотел комбу сделать. Ну-ка. Да, немножко-немножко он спасовал. Пужанулся. Блин. Ну, Рэй, давай, ну, не задел ты его. Отлично. Так, первый раунд за нами. Все пока хорошо, все чики-пуки. Но это был только лишь первый раунд, поэтому расслабляться еще не стоит. Ать! Блин, попробовал. Да что ж ты будешь делать-то? Не получается у меня, ребят, его... Именно... Пробомбить, вот, вертушка только сейчас сработала. Опа. Тихо. Бросочек, может быть, ему сделать. Вот так вот. Да иди ты, в ответку получили, прикинь. Сейчас неплохо было. Еще бросок. Почти сравняли здоровье. Ай, яй-яй-яй-яй. Да чтоб тебя. Мы почти на равных по ХП. Тут, как говорится, проиграет тот, кто сделает первую ошибку. Это совсем не то, ребят. Ну, на. Давай ты. Да попадись ты. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребят, я попался под двойной удар. Блин, оставалось совсем чего. Надо было просто издалека стоять и бомбить в нее звездочками. Да и все. И не надо было тут выпендриваться. Серьезно. Давай попробуем. Пускай он лучше к нам подходит сам. Ну согласись. О, по-моему, я его сейчас забомбить так смогу. Да на тебе, лобешник, получай. Блин, а у него сюрики почему-то отнимают в разы больше урона, поэтому не очень-то выгодно там стоять. Да как так-то? Да иди ты в пень. Еще разок. Отлично. Попробуем. Попался все-таки, попался, ребята. Еще разок. Так, ну встает, пускай. Харе, 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 родной. Есть, саданул его. Вот это... Да иди ты! Да хватит уже, а! Все, фу! Ох, прям отлегло, ребята. Главное, что я его забомбил. Блин, опять посмотреть рекламу забыл. Да что ж ты будешь делать? Мы такими темпами, ребят, с вами не накопим ни на что вообще. Безумно. Нормально. Да, ну нормально тут нужны шмотки, извини меня. Так, тут невозможно до сих пор. Ну что, пойдем на безумие, как будто у нас с вами есть какой-то выбор. И здесь у нас задира. Чтоб его, как говорится, разорвало. Попробуем, конечно же, мочкануть. Не знаю, что у нас получится из этого. Ну-ка, началось. Да чтоб тебя. Ну-ка, на подсечках, гад, работаешь, да? У него еще вот эти вот проникающие удары бесявые. Пробил, да? По-моему, да, попал, я понимаю. Сюрики хочешь бросить? Я понял. Отлично, сейчас бомбанули. Так,
Хорошо, попал. Но здоровье отнимаем, конечно, не очень много. Будем честны. Слушай, я его так закребаюсь бомбить. Че он там, сюрик опять хочет, нет? Я думал, сейчас сюрик... Опа. Хорошо, подловил, тут уж не поспоришь. Невозможно его просто пробить, а? Попробуем так. Что за кислота пошла, а? Попал же? Да, попал. Блин, очень, очень медленно отнимаем у него здоровье. Паршивый вот этот удар, вон и, конечно. Который он сейчас... Ну, ну что ты там придумываешь? Давай, давай, давай. Ну, блин, очень мало времени. Тут проиграть можно из-за урона. Так, бросок. Окей, 8 секунд, ребят. Кто? Блин, он по мне за... Это на 2 секундах-то последних. Таймзап, кто? Блин, я проиграл, да? Твою ж налево. Так тупо сфелится. А тут, наверное, не имеет. Так, попробую сейчас его. Что-то у меня нифига не получается. Как так-то, блин? Я же, блин... Я офигею с него, блин. Я хотел ему бросок сделать, взял, он мне бросок сделал. Короче, мне что-то не получается этого задиру мочкануть вообще. Да, уровень сложности еще... Да ё-моё, подлавлю этого меня на всякой ерунде. Ну все, тут доплясались по ходу дела мы с тобой. У нас очень-очень медленно отнимает здоровье наши вот эти вот крисы. Ну ты посмотри, это с вертушки-то мы столько сносим, ну это не серьезно. И сколько он сносит своими ударами? Естественно, в разы больше. И что нам нужно? Нам нужно с тобой либо заточиться, либо купить новый вид оружия. Больше я пока вариантов никаких не вижу. 5000 у нас с тобой голды, этого мало. Если я пойду здесь, что мне даст, какое преимущество? Сложно. Сложно, и заработаю я вот столько, да? Поехали. Да ё-моё, все время забываю, а, про это-то. Тут я зарабатываю чисто вот эту, да, энергию, заклинание. Блин, еще этот чудик принимает мой вызов. Именно в темном режиме. Давай попробуем отобрать у него когти, хотя... Мы уже вроде бы попытались как-то пару раз. По крайней мере, в сенсее мы с вами не смогли отобрать у него когти. Но там и нет теневого режима, согласись. Там есть обычный режим. Так что давай попробуем здесь. Мы камикадзе с тобой, смертники. Смотри, что он творит, а. О, друзья мои, я ему даже урона не наношу, да? Наношу, но это... Ничтожный урон. Да. С такими темпами я не знаю, ребят, как мы будем. Как мы тут будем его побеждать? Так если он все время блокируется, что ты тут сделаешь? Я не знаю, что мы тут с собой сделаем. Во, попал под мясорубку. Чудом каким-то. Ну вот, видишь, он сделал удар, и все, и мне тут крышка сейчас. Причем это независимо, стоишь ты в блоке, не стоишь. Если он попадает по тебе, все, крышка. Тут вообще разобрал меня своими когтями. Ну, половину здоровья я у него все-таки успел вырвать. Да, оружие бы, конечно, бы посерьезнее, да, какое-нибудь. Вот это было бы дело. На тебе. Давай еще разок у него. Хоба. Может, вот так издалека бомбить? Ну это пока он в обычной форме, а дальше как, извини меня, прикажешь быть. На, это чтобы он далеко там не стоял. Чтобы он лучше возле нас крутился, да? Такой вот у нас с вами будет план. Давай отходим. Вот, молодец. Да что ж ты.
Что ж ты делаешь? Так, еще раз. Присел, понятно. А сейчас? Уклонился. На тебе, прям по сраке. Ну, это пока он видимый. А дальше что он будет делать, вытворять? Представляешь, какую дичь в невидимости? А, все, ребята, ему крышка. Он укатился там. И вот так вот, кстати, издалека его можно почему-то забомбить. Не знаю, с чем это все связано. Может быть, какой-то баг игровой. Но вот его не видно. Он там сразу причем встает. Он даже не падает, он просто получает урон. И это было бы круто, если бы это был бы последний бой. Я бы его так бы бомбил бы и бомбил бы. Когти просто хочу, я не знаю. Мне кажется, когти будут сильнее, чем мои крисы, которые в данный момент у меня в руках. Блин, ну ты смотри. Че он вытворил, а? Это он мстит мне, что ли? Давай его попробуем вот так вот бомбануть. Бомбанули, блин. Он уже сзади, за спиной у меня там прохлаждается, блин. Ну а что вы хотели, ребят? Все так просто. Отлично, ладно. Давай попробуем. Не надо тут свои сюрикены. Вот, начинается, короче, у него вот это вот. Как он там сзади? Как вообще это все происходит? Почему он не проявляется из невидимости своей? Вот. Давай сюриками его. Может быть, получится у нас его на... Так, он где-то сзади, да? Нет, он... Хрена не пойму я. Попался, да, гаденыш? Ну все, тут крышка, ребят. Две бомбы. Ну это какой-то... Вот это имба. Ну как вот можно драться с чуваком, который на тебя вешает бомбу сраную, который тебя просто сразу уничтожает? А если две бомбы, так вообще трындец. Хоть ты тут что делай. Не знаю, когда у меня там шмотки-то это заточатся-то? Вроде бы уже должна заточка пройти. Что за дела-то? Доспехи, блин. 7200 нужно, да? Для заточки. Так, на шлем 4200. Давай улучшать. Еще 3 минуты ждать. Ну и куда вот я пойду? Куда вот я пойду с таким вот обмундированием, которое на мне в данный момент? На отшельника? Это невозможно. На безумно? Ну, если только на безумно идти. Ну, ребят, нам нужно получать с вами уровень. Понимаешь, уровень. Если мы с тобой не получим уровня, мы с тобой не сможем драться дальше. Чтобы получать уровень, нам нужно побеждать в этих турнирах. В этих турнирах очень тяжело, как ты понимаешь, побеждать. Этот задир меня достал. Сейчас попробуем еще разок. Ну, офигли, ребят, как будто у нас выбор с тобой есть. Нет у нас никакого нафиг выбора. И урон вот этот никчемный меня просто убивает. Серьезно тебе говорю. Ну давай, вставай, ты уже лежит там. Поехали. Так. Ведь я попал же? Да. Ну и что это? Вот ты представляешь, сколько мне нужно его бомбить вот так вот? Вертушками, всякой ерундой, чтобы у него отнять достаточное количество хп. А враг, я смотрю, не собирается вообще сдаваться. Просто ни на йоту. Да, хорошо сейчас идет колбас. Опять же, нам с тобой дико везет. Везение, по ходу дела, закончилось, да? Я что-то отгребаю. Ну вот как ты будешь делать? Да хорош, я сказал. Ну вот он наверстывает просто вот преимущество за какие-то пару ударов. Ну, мне его, блин, бомбить сколько нужно, а? Ты посмотри, что делает, блин. Ну, пырь, блин, вонючий. Мне, блин, приходится, блин, пол игры тут бомбить его по миллиметру, да? А он, блин, просто с одного удара, блин, тебя хобана, и все. Ну, там два удара. И все, и он сравнял свое здоровье с моим. Блять, матернуться просто охота, я не знаю. Ну вот как тут быть, а? Копи шмотки, Лан. Как копить шмотки, если у меня, извини меня, нету гемов, нету денег? Чтобы деньги, это нужно прописаться в выживание. И то, извини меня, ты зарабатываешь там какие-то сраные 1002.
А шмотка стоит, ну, хорошая в данный момент, на данный момент 20 тысяч. Мне нужно 10 боев там провести, да? 10 боев там прожить, господи, так скажем. Это, извини меня, это будет уже не... не запись видосов, запись игры. Это будет там проживание просто-напросто. Ну, давай ты, блин. Ну все, гад, ты меня уже заколебал, блин, ну... Так это что, это у нас только сравнится с тобой, это 1-1 станет победа, это и то, если станет. Сейчас что-нибудь чудо, ну естественно, естественно. 1-1, блин. Ну, чудом победил я его, конечно, чудом. Сейчас посмотрим, что дальше будет, блин. Да ничего дальше не будет, дальше будем отгребать с тобой, как и отгребали раньше. Оу-оу-оу-оу-оу. Вот и все. Я офигею с этого дебилизма. Не могу его пробить, и все. Тут, хоть, ты что тут делай? Я промахиваюсь, а он попадает. Вот и вся тебе, ребята, теория. Он ногами тут машет, как сайгак. Но нормуль. Хоть где-то, хоть где-то, хоть что-то. Самое объяснимое, что у него когда остается очень мало здоровья, он активируется, понимаешь? Он начинает просто бомбить. Причем люто. Вот как вот ты сейчас будешь? Вот он успел, блин. Он успел именно Сюрик бросить. Да уйди ты, отвали ты от меня, а, гад вонючий, задира. Да блин. Ну естественно, и Сюриком добивает. Отлично, все, нормуль. Тут ничего, блин, не скажешь. Дебилоид, блин, хренов, а. Задира, блин. Ну а что мне делать? Мне никак дальше, ребят, не пойти. Безумно, я понимаю, там невозможно. Но безумно, это не такая уж и мощь, так скажем. Что тут нужно, чтобы пройти оружие 11 уровня? То есть мне в любом случае нужно копить на эти, на ножи, по-моему, если не ошибаюсь, да? Можно эти, но как их купишь, если не 52? На 11 уровень. Вот, вот с этими вот двумя мечами меня могут пропустить. То есть 14 тысяч мне нужно накопить. 14. Накопить я их могу только лишь на состязаниях. Дуэль закрыта, испытания не впускают. Здесь максимально 3200, 3800 здесь. Угу. Ну пойдем, пойдем пофармим. Я не знаю просто, что делать. 11 тысяч, короче, нужно нам, чтобы купить себе мечи. После этого нас только пропустят дальше. Вот так вот. Будем оттачивать свои навыки. Что еще тут могу сказать? И самое бесявое, ты привыкаешь к этим крисам. Ты с ними так как долго играешь, конечно же, потом привыкаешь к ним. И потом тебе дают в руки два меча, у которых совсем другая комбинация, да? Другой радиус, другая дистанция, как говорится, поражения. И ты привыкать начинаешь к этим мечам. Вот это вот, ну вот серьезно говорю, очень бесит. Вот такие вот два меча тебе дадут после того, как мы купим их. Да, полоснул неплохо сейчас в данный момент. Отлично. И добивочный. Все, перфект. Давай дальше. Главное не забывать, ребят, смотреть рекламу. Я все время забываю. Там 50% все-таки к выигрышу идет. А я вот их все время забываю делать. Так, ты все. Еще вот это вот срабатывание, когда ты видишь, что он хочет бросить свой сюрикен. И вроде бы ты понимаешь, что он летит. Как мне кто-то написал, у тебя нет реакции. У меня есть реакция, ребята, реакция есть. У меня нету, как сказать, я вижу, я осознаю, но я не успеваю нажать кнопки. А если успеваю, он даже не всегда все это дело делает. То есть тут не моментальная отдача. Вот и все. То есть если бы у меня была бы отдача на импульсе, да, мозговом там, только я увидел, уже сразу активировалось, как говорится, и уклонение, это все бы, тут бы все бы уже давно валялись бы. В пыли валялись бы.
Ну ты смотри, а, ну ты оборзел, ты меня всегда бесил своими фиговинами этими. Все, ребят, ушатали мы его. Так, это какой у нас раунд? Пятый был? Да, идет шестой. Так, ладно, попробуем. Опа, вот начинается, да, когда раскрываешься, все, начинает тебе прилетать удар в голову. Ну что ты тут крутишься? У него удар, да, такой из-под низу. У меня наоборот из-под верху. Так. Да что ты будешь делать-то? Я не понял. Что за дела-то, блин? Мои удары не проходят, а он мне раз за разом колбасит. Что за фигня-то? Ну. Ну тут понятно, тут вопросов нету. Твою ж налево. Всегда на восьмерочке я отдупляюсь. А, тут раунд седьмой. С посохом. Угу. Попробуем его давануть. Даванули. Стою, жду у моря погода. Он меня просто берет сюриками и начинает бомбашить. Ну. На-ка. И еще разок. Бросочек мне сделали. Ё-моё. По-моему, все, ребят, отдуплился я. Да, посохом в рыло получил, и все. И на этом у меня... Сдрючили. Так, что мы тут получаем с тобой? Бонус 50%. Итого 2500. Ну, неплохо. Просто не хотелось бы, друзья мои, донатить, вкладывать сюда деньги, блин. Потому что, ну, я не вижу в этом смысла. Да, ты, конечно, ты что-то получишь сразу, там, пролетишь очень далеко, но чем дальше ты будешь играть за донат, тем сложнее тебе будут доставаться и задачи, и противники. А так, будешь себя потихонечку ковырять здесь палкой-копалкой. И рано или поздно, может быть, что-нибудь у тебя и получится. Ну что, я не знаю, друзья мои, можете вырезать, можете как-то, я не знаю, проматывать этот момент. Но, по ходу дела, я на выживалке сейчас зависну на очень долго. Так, ну что, друзья мои, с горем пополам, наконец-то, я надеюсь, накопил себе 11 тысяч. По-моему, столько нужно было нам, да, для того, чтобы купить... Ножи. Так, вы долгое время не участвовали в рейдах. Присоединяйтесь, да понятно все это. Меня сейчас не это интересует. Мне нужны нормальные шмотки и нормальное оружие. Так, давай посмотрим. 14200, да? Окей. В общем, мы приобретаем с тобой именно их. Заказ. Блин, еще заказ 5 минут надо ждать. Да чтоб тебя. 5 минут заказ. Ладно. Предположим. Допустим, да? Что мы тогда можем с тобой сейчас сделать? Начать. И меня сюда впустят? Меня сюда впустят, но после того, как у меня изготовится мое оружие, которое будет делаться 5 минут. Ну что, я тогда предлагаю, наверное, зайти быстренько, наверное, еще на выживание. Еще разочек пройти. Как ты думаешь? Еще, или все-таки поп... Нет, ну этого мы не завалим. Здесь нам тоже пока делать нечего. А здесь, интересно, больше дают или нет? Вот, подожди-ка. А, ну здесь просто еще дают теневую энергию. Ну, энергию, вот эту штуку. Давай попробуем быстренько с тобой пройти. Но мне кажется, здесь будет немножко посложнее, чем когда мы обычно с вами бомбим. Ну, 5 минут нам нужно с тобой где-то потратить, чтобы дождаться. Я гемы тратить не хочу на быстро, как говорится, завершение. Тихо-тихо, ну-ка давай, раз там прыгаешь. Опа, в лобешничек получил. Вставай, родной, еще и еще разочек. Ага, не тут-то было. Понятно. Это делается для чего, ребята, эффективность? Для того, чтобы за ними не бегать, а чтобы они сами к тебе подходили вплотную. Только для этого я бросаю сюрики, все. Ну, не только, конечно, для этого, чтобы еще нанести урон. Это понятное дело, да? Так, давай-ка попробуем сейчас нахлобучить его. Опа, сверху-то как хорошо. Так, ну-ка, на тебе. Засели, давай еще разочек. Бамс, и еще, пожалуйста. Нет, он уже начал крутиться, вертеться. Как шар голубой. Ну все, готов, парнишка. Расслабляется, лежит. Так, это у нас какой? Это второй был, да, только раунд. Сейчас начинается третий. Блин, опять с этими палками-копалками. Воу, он их сразу потерял. Слушай, ну это хорошо, хотя я тебе скажу одно. В рукопашке они почему-то дерутся намного лучше, чем с оружием. Намного лучше. Ну смотри, что он там делает, просто запинывает меня. Фига ты,
Офига, он шустрый парень, на. Угощайся. Обалдеть, выбил мне тоже, понимаешь ли, мои крисы. И начал тут веселиться. Блин, ненавижу Саи. Давай-ка уйдем, наверное, с тобой подальше. И начнем потихоньку вот так вот бомбить. Раз. Прям в прыжке. Два. И опа. Так, отлично. Ну, поднимайся давай. Тут все... Тут все главное, ребята, получить финансов побольше, да? Ты заметь, что он в разы быстрее меня достает свои сюрики и бросает. В разы быстрее. Сколько у меня на это все уходит времени и сколько ему надо. Видишь, у меня еще где-то здесь летел посередочке, да? А у него уже практически в меня попал. Интересный. Но это факт. Так, ладно, давай. Попробуем сейчас. Опа! Выбил, чтобы нет, показалось мне. Да ё-моё, ну... Да иди ты. Вот я же... Видишь, что натворят, а? Гадюки эти. Попал все-таки. Отлично, отлично. Ну, с горем пополам с тобой здесь побомбили. Так, у нас раунд 6. Максимально у меня был здесь 10. Но это было давно неправда. Хорош. Так, давай-ка так сделаем. Опа. А еще сможем? Отлично. Вот. Опасный был удар, друзья мои. Очень опасный. Так, будет сюрикен опускать? Ха-ха, стою, жду, улыблюсь. Конечно, будет. Не успел. Не успел я, так сказать, выпендриться здесь. Походу дела все, ребят. У меня сейчас тут крантарики. Да. Загубили душу, дышу губы. Ладно, зато 17 этих, а денег сколько? Ну, не так уж много, на самом деле. Ну, посмотрим. Итого у нас еще в плюсе, ну, приличная сумма. 2200 монет. Плюс тысячонка у нас была. Так, твой... Да, конечно, надеваем. Надеваем наши мечи. Так, вот они. И чтобы прокачать, нужно 3500. 3500, тут 7100... Ну, самое главное, что у меня... О, мы можем зачаровать, погоди-ка, секунду. Зачаровать. А можем только шлем, да? Хм, применить, ну давай посмотрим, что нам тут. Так, через 20 минут. Это 20 минут нам еще ждать? Офигеть. Ну давай так сделаем тогда. И мы получаем свое поглощение урона. Шанс поглотить весь урон, полученный от удара в голову. Слушай, ну это круто. Это на самом деле круто. Ну, а мы с тобой идем. Да ё-моё, что же я тут все делаю? Не то, что надо. Мы идем сюда и, конечно же... Так, давай ко мне дневной свет. Легко. Даже так. Да, у меня есть мечи 11 уровня, так что, сенсей, не надо мне тут квакать. А воюем мы с тобой против змея. И сейчас, опять же, надо привыкнуть к ударам этих мечей. Как они бьют... Расстояние, ну, в общем, все. Комбо посмотреть какое. Понял, я комбо, кажется, я вспомнил сразу комбо. Потому что они похожи были на какие-то другие мечи, которые раньше у меня были. Ага. Но так как тут уровень легкости сложной сложности, да, мы с тобой чувачка ушатаем быстро. И дойдем до, наверное, нормала, а может быть даже до безумия. Но на безумном нам с собой делать нечего. Я хочу, кстати, посмотреть, сколько у нас там... Уровень сложности же стал полегче немножко, да? И попробовать наказать этого. Как вот он? Не весельчак? Ну ты понял, который у нас с дерхорнами там бегает. Ать! Да хорош ты уже, ты достал. Змей, хватит уже. Давай-ка на боковую ложись уже. Я так и понял, что хотел именно сюрикенами. Оп. Да чтоб тебе. На, на. Получил коленкой. Поехали дальше. Ать, подловил. Подловил этот гаденыш меня. И стою, главное, улыблюсь. Видишь, в голову был бы удар. Но у нас с тобой поглощение есть урона. Поэтому ничего мы не получили с тобой. Давай добивать его в конце концов. Да что ты, блин, со своей камбулей-то промахиваешься. Вообще не понимаю, в чем проблема, ребят.
Просто не могу попасть. Жесть какая-то. Что происходит-то? Да сколько с ним надо было возиться, чтобы его подбить, а? Объясни ко мне. Так, про кого я говорил-то? А, ну тут надо, да. Что-то нифигашечки не дали мне почему-то. Ну ты понял, да, про кого я тебе говорил? Вот про... Где же он? Вот здесь вот, сложно. А тут уже невозможно стало, ты прикинь, здесь сложно, а тут невозможно. И тут невозможно. Так, пойдем-ка попробуем с тобой все-таки завалить. Вот, про него я говорил, задира, ё-моё, думаю, как его там, визельчак или задира, конечно же. А, кстати, режим не поменялся, как было сложно, так сложно и осталось. Или там было безумно? Там, по-моему, безумно было. Ладно, попробуем сейчас наказать задиру. Да что-то не похоже, что мы его с тобой накажем. Совсем не похоже. Да ты достал со своими сюрикенами-то. Вообще ничего не могу сделать, прикинь. Не могу я привыкнуть к этим, блин, долбанным мечам. Просто не могу. Поехали. Да, какие же они тяжелые, а. Ну, он уклоняется, ты посмотри. Но урон хотя бы сейчас, по крайней мере, побольше получается, да? Тогда было вообще не видно даже его. Сейчас хотя бы чувствуется маленько. Да чтоб тебя! Посмотри, что он юркий какой-то, уж больно шустрый для меня. Прям в воздухе подловил. Так. Он все время нижними каким... Опа! Он все время нижними атаками бомбит. Вот что я заметил. Еще и бросок мне подписал. Замечательно. Кто? Он меня, что ли? Блин, офигеть. Ушатал. Так, ладно, друзья мои, переигрываем, естественно. Я не собираюсь ему уступать. Я должен его завалить. Я обязан его бомбануть, чтобы отобрать у него, во-первых, 3800 монет, которые мне нужны будут для прокачки моих шмоток. Ну и это, зачаровка есть, она работает, в принципе, да. Мы с тобой не получаем урона. Он поглощается весь полностью, но не всегда срабатывает. Так. Начинается вот эта вот фигня его, наверное. Да ты посмотри, что он творит, а. Он любитель нижних атак, вот что я тебе хочу сказать. Просто обожает их. Ну, теперь он меня бросил, посмотри, а. Он все время, сейчас в прыжке мне бомбанул. Я даже встать не успел, как он опять меня бомбит. Да я все равно его ушатаю. Что бы мне этого ни стоило, не в этом поединке, в следующем. Я его все равно угроблю. Вот сейчас было хорошо. Поглотил урон весь, но видишь, он второй удар сделал. Почему у меня недоступны эти удары, а? У них уже есть прыжки двойные, вот это все. А у меня этого пока ничего нету. Да что ты делаешь-то? Его просто есть только выжидать, поджидать, ребята, и бомбить. Вообще разминулись. Но стою, жду. У моря, блин, погоды. Как так можно сделать было? Я еще даже встать не успел, он уже бомбит. Ну ты прикинь, что творит, а? Так, ладно, предположим. Давай, оп, отлично. Вот это было зря. Так, а какой у нас, интересно, нижний удар, а? Я ведь так и не смотрел его. Именно нижний удар мечом, понял. Ну-ка. Ага, уклоняется-то. Уклоняется, и причем сюрик сразу же бросает. Что-то у нас тут бой затянулся, по-моему. Ага. Тихо, не то совсем делаем. Бросать будешь сюрик свой, нет? Будет. Как же он не бросит сюрик? И сразу же, смотри, активируется. Бросает сюрикен и сразу же нахлобучивать начинает. Да иди ты, блин, в пень. Все, хорош, он меня достал, ребят.
только не говори, что я тебе не смогу нанести еще последний завершающий удар. Все. Так, 1-1. Счет у нас. Некуда спешить. Да уж, конечно, некуда спешить. На 7-й секунде, е-мое, до конца, ребята, матча я его ушатал. Некуда спешить. Сейчас было классно. Во! Теперь главное, не расслабляемся. Ну, пошло, поехало. Он когда делает свою комбу, очень она опасная. Так, лежать. Попробуем сейчас отбиться ногами. Не вышла чеша. Офигеть, у него, конечно, апперкот аж был, если честно. Очень мощный. Попробуем, нифига, да? Да чтоб тебя. Бросочек, ребят, совсем маленько осталось. Есть. Я же говорю, задиру я уничтожу. Тяжело было, не поспоришь, но надо было так сделать. Что-то перестало у нас, ребята, работать реклама. Денег мне не начисляет. Зашибись просто-напросто. Так, итого у нас 10 тысяч с тобой. Так, здесь у нас невозможно. И здесь у нас тоже невозможно. Здоровски просто-напросто. Вообще меня в тиски зажимают, чтобы я ничего не смог сделать. Так, дайте мне, пожалуйста, за достижение. По одному, смеетесь, что ли? По одному. Да, ладно. Что нам остается? Остается затачиваться только лишь. 3500. 3500, ну ладно. Давай сделаем. Улучшить. Броню я смогу, броню нет, а шлем... И шлем нет, ни на что вообще не хватает. То есть идти на невозможно? Тогда уже я пойду на телохранителя. Журавль. Сенсей, ты ли это? Пришел подивиться моему успеху? Твои методы обучения лишены фантазии и стары, как и ты сам. А твой новый ученик просто жалок. Ну ладно. Ребята, опять же, не даю гарантию, что мы сможем завалить этого журавля. Но постараться надо. Я так понимаю, он будет рукопашник. Без оружия. Уровень сложности невозможен. То есть два удара или один, и я могу одуплиться. Угу. Смотрим. Да, ребята, он рукопашник. Чисто без оружия. Че ты хитришь-то, а? Поехали. А урон-то будет сегодня наноситься или нет? То есть ты хочешь сказать, что я его буду бомбить сейчас до посинения, а ему по барабану на все на это? Нет, ему не по барабану, конечно, но ты посмотри сам, сколько я... Чего? Успокойся. Да, будет тяжело мне с ним, конечно, драться. Я даже не знаю, стоит ли вообще с ним драться. С таким-то успехом, ты посмотри. Да, друзья мои, как-то вообще не так. Я не знаю, хоть бросок какой-нибудь, хоть что-нибудь бы срабатывало бы. Вообще ничего не работает, представляешь? Сюриком просто воткнул меня и все. И вот сколько я его бил, если это можно назвать бил, я отнял у него совсем ничегошеньки здоровица. Ну ты посмотри, что тут происходит. Плюс еще он уклоняется, естественно. Блин, вот это да, вот это он жучил мне своим сюриком. Да ну хватит уже. Жесть какая-то, а. Давай попробуем бросить. Нет, не могу я его пробить. Хоть ты тут что сделай. Влепил в носяру просто своей пяткой. И все, ребят, ну, ты понимаешь, что на невозможном это очень тяжело драться. Очень тяжело, тем более с этим, с охранником. Финансы нужны, финансы. Попробуем здесь, может быть на... В этом бою ты будешь сражаться без шлема и доспеха. То есть вообще голиком, что ли? Еще и дают мне чертовку.
Ну, давай попробуем пробить. Хотя невозможность. Уровень сложности очень сильный. С двумя одинаковыми, да? А, она тоже без брони. Ну, давай посмотрим. Ну, о чем тут говорить можно, ё-моё. Сколько мне бомбить ее надо, чтобы отнять то же количество здоровья? Трындец. Сколько ей понадобилось? Три удара, чтобы меня завалить. Три удара. Так, попробуем с тобой сделать вот так вот. Да ты будешь, блин, преклоняться-то. Твою налево, блин, дебилоид кусок, а. Понятно, рубанули. Еще руба. Три удара, и мы готовы. Нет, ребята, так дело не пойдет. Надо. Так, сколько у нас там, 20 минут? Что там будет, зачаровываться? Или что у нас там сделано? Помнишь, я ставил? Или у нас будет... Так, можно прокачать еще маленечко. Прокачать. На броню не хватает. На оружие. Шлем. На шлем тоже не хватает. Ну что ж, давай улучшим тогда наши мечи. Ну что делать-то? Делать ничего не остается. Тут, так как все невозможно, я не пойду. Да, я даже не знаю, что мне делать. Как мне быть? Как поступить правильно? Зачаровать я ничего не могу, так? Так. Или могу? 137 требует. Конечно же, сейчас, в данный момент, я ничего не могу сделать. Блин, и прокачать не могу, а? Охранников тоже завалить не смогу. То есть мне, получается, надо идти и элементарно фармить. Опять выживание, да, для того, чтобы заработать себе немножко денег. Ну и так далее. Ну что, дорогие друзья, я думаю, тогда на сегодня мы закончим с вами серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!